Яркое лето, яркие образы с магазином «Миледи» на Спортивной 21/33. Три дня остается до главного музыкального события этого лета. Уже во вторник Клин торжественно откроет третий международный фестиваль имени Петра Ильича Чайковского. Заканчиваются последние приготовления. В музее-заповеднике уже спланировали территорию. Сегодня началась разгрузка оборудования. Художественный свет, звукодекорации, современная профессиональная аппаратура. Параллельно идет монтаж сцены. Площадка в формате Open Air в этом году больше в два раза и рассчитана на 1200 посадочных мест. При этом артистов увидят все зрители. По обе стороны сцены концерт будет транслироваться на большие экраны. Будут работать две площадки, и открытая, и закрытая. Здесь будут проходить вечерние концерты, которые будут начинаться в 20 часов, а площадка Дома музея Чайковского, она будет работать на дневного зрителя. Они будут иметь возможность увидеть именно в камерном зале те произведения, которые будут представлены в 4-часовой. В 16 часов будет начинаться программа, и тоже, я уверена, что будет собирать большое количество зрителей. Третий международный фестиваль Чайковского обещает стать самым звездным. Ожидается еще больше известных музыкантов и актеров. В этом году фестиваль совпал с 700-летием Клина. В течение 5 дней гости смогут не только послушать мировую классику, но и посетить знаковые места города. Ну а 13 июня фестиваль откроется гала-концертом. Первый в программе, конечно же, Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром арии из оперы «Евгений Онегин» «Мазепа. Пиковая дама». На открытой сцене выступит Денис Мацуев, Красимира Стоянова, Александр Сладковский и театр «Геликон-опера». Начало в 19:00. Электронные билеты уже раскуплены, а в кассах музея-заповедника остались единичные экземпляры.